Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и сегодня я участвую в очередном, уже 7-м по счету турнире шахматных видеоблогеров. Как вы, наверное, видели, я участвовал в 4-м, 5-м и 6-м турнирах, и, в принципе, мне это очень понравилось, поэтому решил снова принять участие в данном соревновании. Ну и, соответственно, сейчас у нас собралось целых 12 человек, что, в общем-то, довольно неплохо. Ну и, соответственно, начинается первый тур. Я играю против Андрея Микитина. Покажу его информацию. Это кандидат мастера спорта из города Комсомольск на Украине. Ну и скажу также, какой контроль. Здесь контроль 3 минуты плюс 3 секунды добавления на ход. Я считаю, что это очень правильно, поскольку, в общем-то, здесь не будет рубки флага. И поскольку все участники комментируют свои видеоролики, то очевидно, что, соответственно, на комментарии уходит тоже определенное время. Ну что ж, в данном случае разыграю в первой партии, пожалуй, разыграю все-таки защиту Грюнфельда, я думал. Грюнфельд либо сторонник разыграть, разыграю все-таки Грюнфельда, да, и вариант с ходом, слон g5. Сколько я помню, здесь играют конь e4. То, что белый угрожает взять на f6 и потом на поле d5. Да, ну и здесь получается, в общем-то, сейчас почти форсированный переход в карлсбадскую структуру со слоном на поле g7. У черных очень быстро играет мой соперник, мне довольно сложно комментировать, опять же таки, хотя вроде как тоже он должен комментировать, не знаю, честно говоря, есть ли комментарии с его стороны, но он уже себе наводил 20 секунд, что довольно неплохо, конечно. Ну хорошо, пока просто расставляю свои силы, то есть сыграл пока слон e6, в принципе, ничего такого очень интересного пока не происходило. В принципе, да, и ладья c1. Ладья c1 сыграл соперник. Ну хорошо, выведу пока коня, закончу развитие. Дальше надо думать. Ферзь c2. Где-то в таких позициях, в принципе, есть у меня даже идея сыграть c5, получить изолятор, но очень активная фигура. Ну, пойду пока ладья c8. При случае ход c5 как раз пройдет. Посмотрю еще, что будет соперник делать. Ладья d1, скорее всего, последует. Такой логичный ход. Немножко такая вязкая идет борьба пока, но все может обостриться. Конь А4. Конь А4 это интересный ход. Ну, c5 сейчас, видимо, не очень хорошо играть, хотя там после dc есть ход b6 у меня. Ну, сыграю пока ферзь e7. Такой еще выжидательный ход. Просто жду пока. Просто жду и дальше. Интересно просто понять, как соперник будет еще играть. Все-таки на c5 полез. Он его думал, залезет или нет. Полез на c5 соперник. Возможно, кстати, имеет смысл такой ход. Ну хорошо, побил. Побил этого коня. Ферзь c5. Ну, менять ферзей не знаю, насколько здесь мне вообще нужно. Другое дело, что если, допустим, сыграть ферзь f6, он сыграет ферзь a7. И там на b7 еще будет подвисать. Можно пойти ферзь d7, конечно, там где-то конь e5 при случае последует. Ну хотя сыграю все-таки ферзь d7, на ферзь a7 будет ладья a8 и ладья a2. На конь e5 может даже просто слон e5. Ну, есть идея b4, да, b4 сыграно как раз, и a4 следующим ходом будет почти 100%, так и есть, да, и сыграю, пожалуй, так. Все-таки как-то пусть соперник с конем определится. Пока на e5 я, видимо, буду забирать. Ну и там, по крайней мере, хоть сдвоенные пешки будут у белых. Такая сложная, конечно, идет позиционная игра. Конь e5 все-таки сыграно. Все-таки сыграл так соперник. Можно, конечно, сменить пластинку и сыграть ферзь e6.
пытаться поиграть разноцвет. Там, правда, он может сыграть f3, тогда я слон f5. e4, съел. Кстати, это неприятно. Все-таки нужно, видимо, забирать. И ладья e8 пока сыграю. Просел по времени на минуту практически. Довольно обидно, конечно. Ну ладно, пока хотя бы создал одну угрозу. Да, f4, слон f5 теперь. Как-то я так играю, видимо, в стиле таком, что хочу отсушить. Не хочу сказать, что прям я здесь играю на ничью, но в принципе позиция такова, что мне кажется, особо перевеса нет ни у черных, ни у белых, поэтому просто такая идет по-прежнему вязкая позиционная игра. Ну, есть у меня слабость на поле b7, конечно, у соперника на e3 тоже такая не очень сильная пешка. На размен идет. Ну вот не знаю, ферзей менять пока я не планировал. Иду пока, может быть, просто. Хочется посмотреть, какие тут планы у соперника еще. То есть, будет ли он играть на победу, будет ли он не играть на победу, что он будет делать. В принципе, ладья f3, ладья h3 какой-то есть перевод, но там ферзь g4, ферзь не должен потеряться. Нет, идет на размен. Неужели он будет повторять ходы? Хорошо, уйду на d7, пока не хочу все-таки так быстро ничью делать. Ну просто на f5, там я ладья e5 хочу сыграть. f5 пока вроде не работает. Ну есть вот e4, да, e4 интересно, видимо я обязан бить. Хотя в принципе не обязан был на самом деле, ну ладно, уже забрал в любом случае. Теперь где-то f5, кстати, подграживает, хотя, в принципе, тоже там ничего такого страшного особо не будет. Выведу ладью пока на открытую линию. На f5, может быть, ферзь c7. Может быть, ферзь d4, как-то уже мне придется меняться, но там у него пешка e5 будет слабая. Ладья d1, кстати, вот не знаю, меняться ли мне на d1. Может быть, просто уйти ферзем куда-нибудь в район поля g4. Сложно это все так оценить. Но вот задумался соперник, все-таки сыграл ладья d1. Но давайте ферзя, не знаю, там у меня король слабоват. Все-таки уйду пока. Надо чуть ускориться, потому что времени маловато. Ферзь f3, видимо, последует. Я сыграю ферзь f5. Ну, g4, если он пойдет, это, мне кажется, явно под себя. Может поменяться и сыграть ладья d1. Там, правда, пешка на f4 в конце падает. Он так не играет. Ну, тогда влез ферзем. Я бы создал одну угрозу подряд, как говорится. Там, правда, есть размен e6, какой-то неприятный тычок. Вот этого я не видел, кстати, сразу. А зря. То меняется, e6, видимо, последует, хотя... Нет, влазит он сюда. Ну тогда и я полез. У него все-таки слабоват король. Ладья f2. Вот, кстати, если он сыграет, как оценить пешечник? Интересно понять. И это очень непросто, кстати, сделать. Ладно, попробую, может быть, шах пока. Закрывается. Дальше. Ну, съел пешку, пусть будет так. Теперь же нет у него хода ладья f2. И на c6 тоже я защищаю. Шах на c8, иду королем на g7. Ну да, вот такой перевод нашелся здесь. Ну, сюда пока сыграл.
Не знаю здесь, может просто пешку хочу отъесть. Отъем одну пешку. Ага. Тогда шах. На e5 падает. У меня он на f7 забрал. Да, неприятно. Хотя, посмотрим еще. Да, уже такая цветнотная горячка идет. Просто пока уплотнился чуть-чуть. А он пешку на 6 может съесть. Да, что-то здесь не то, конечно, сделал, явно. Просто вечный шаг сейчас у него, видимо, есть. А если сюда уйти королем, интересно, как он сыграет, кстати. h4. Заберу просто. Есть d8, правда, есть ход. Нет, h4. Может, я прочитался? Не знаю. А, вот оно что. Да что ж такое, а? Как можно такие позиции проигрывать? Просто проиграл в один ход. Да просто у меня нет слов, конечно. Ну зачем так играть? Просто не понимаю. Ну, стояла выиграно просто. С перевесом стоял всю партию. Начинаю проигрывать. Я, кстати, все турниры видеоблогеров в первом туре или проигрывал, или максимум ничью играл. То есть у меня турниры видеоблогеров скатываются просто отлично. Здесь, я думаю, размен, кстати, переводил. Нет, не переводил. К хорошему окончанию ничья. Все-таки плада же. Пишет сейчас перевес белым. Ну ладно. Ничья у меня все время была. Если в конце не зевнул зачем-то ладью, то просто получил бы выигранную позицию. Ну что ж. Опять отличное начало, я не знаю, что-то у меня вообще первый тур никак не складывается. Проигрываю буквально не то чтобы всем подряд, но как бы абсолютно не понимаю, почему так происходит. Давайте все-таки поставлю видео на паузу и включусь со второго тура тогда. Ну что ж, продолжается наш турнир, играю против Вовы Михайловска. Но так бывает, когда проиграл в первом туре, еще во втором туре выпадаешь на даже более сильного соперника и снова черными. Вот, это конечно отлично. Ну что ж, поборюсь с Вовой, а все-таки попробую у него выиграть. Потому что надо набирать очки, туров всего лишь 7. И e4, ну, сыграю сицилианку. Посмотрим, что здесь Вова выберет. Какой вариант? Слон b5. Ну да, популярный ход в наше время, очень часто так сейчас играют. Ну и здесь я обычно сразу хожу h6, чтобы слон как-то определился своим местоположением. Ну, дальше e5, в принципе, такая есть идея. И потом пойду, наверное, h6, чтобы не было хода слон g5. Дальше как-то конь f6, слон e7. Как-то в таком духе приблизительно. Вова, кстати, видимо, готовит 3-0. А может и не готовят, не знаю. Пока я просто развиваюсь, собственно, у меня здесь в любом случае только короткая рокировка есть. Но вот он повел коня. Кстати, не знаю, на c4-то коню особо нечего делать. Не знаю, зачем он туда идет. Честно говоря, в ходе конь c4 я не уверен. Могу, конечно, ошибаться, но не совсем понимаю этот ход. Вот если просто слон e6, конь b6 он сыграет. Ну, ладья c6 пойду, не знаю. Конь-то провис. Пока. Ну, может быть, идея конь b6, ладья c6 опять такая, ну, не знаю. На d5 полезет, скорее всего, так. Тоже там, правда, ничего особо страшного я не вижу, конечно, если честно, но он даже, кстати, не полез на a5. Просто укрепился. Так, ну хорошо, здесь нужно все-таки какой-то план придумать. Сыграю пока конь d7. Отдаю, конечно, поле d5, но хочу пойти слон g5. И своего чернопольного слона слабого все-таки как-то подменять. Потому что здесь явно чернопольник у меня плохой. Ну, слон b6, конечно, у него есть ход.
принципе. На слон b6 даже поменяюсь уже там. Буду играть так. Шел 2-0. Тоже, кстати, ход вполне логичный. Пойду конь c5 пока. Опять по времени отстаю немножко, но ничего страшного. Потом, может быть, ускорюсь. В принципе, даже тут слон c5 есть ход, да, вот как раз только об этом подумал, так Вова сразу и сыграл. Ну, не знаю, пешкой даже можно забрать в конце концов. Забрал, наверное, пешкой. В принципе, ладья d6 дальше будет идея какая-то. Или вообще f5 как-то повеселее. Да, ладья d1 логично. Уйду пока король h8, в принципе f5 при случае будет грозить, но пока просто ушел. Может, кстати, даже вплоть до следующего хода f5. Ладья d6 тоже был ход, но в принципе можно с ним не спешить, я так думаю. Конь e3, конечно, есть ответ у белых. Ну не знаю, конь e3 там даже вплоть до ферзь d3, слон e3. Опять же, не хотелось бы ничью, но... Там, кстати, еще будет вагон борьбы. Вообще интересная, конечно, позиция с точки зрения стратегии. То есть два коня против, соответственно, двух слонов. Кто из них сильнее, это всегда непросто понять. Ну, пока у меня пешка провисла, кстати говоря. Пешку взевать не хочется. Как ее защищать? Возникает вопрос. Ну, ферзь b8 есть какой-то кривой ход, ну... Не знаю. Там даже h4 будет. Ну, h4 слон, f4. Ладно, сыграю ферзь b8. Не люблю такие ходы, но пешку центральную отдавать тоже нельзя здесь, мне кажется, пока. По крайней мере. Слон на g5 немножко так пустоват, но в принципе надеюсь его как-то в будущем активизировать. Ну, даже вплоть до действительно хода слона f4 и поменять на коня там с темпом причем будет. Конь b6. Ну, тогда слон f4 точно надо сыграть, пока немножко ферзя ограничить здесь. Ну и ладья d6 пойду, или не ладья d6, ладья d8, даже вот так сыграю. Ну идея такая, что после размена, чтобы я ладью на d6 как раз пошел другой. H4 хочет поймать слона. Явно. Там слон, правда, не ловится, конечно, но... Может быть неприятно все равно. Да, тут есть проблемы, конечно, определенные все-таки. Ладья d6, g3. Ладно, сыграю h5. Пусть он съедает пешку с шахом, но, по крайней мере, у меня слон сохранится. Времени сильно просел, поэтому тут выбора уже не было. Ну, g3, слон h6 как-то. Не знаю, не уверен, что это сильно здорово, но... Вроде мата там нет, конь e7, король f8, шах, король g7. Вроде все держится. И
Или не все держится, не знаю. Второй пошел сюда, да? Хорошо, вернулся пока. Так, ну здесь вырубил. И что дальше? Что дальше, не знаю. 24 пока, не вижу хода. Просто теряю пешку, да? Уже неплохо. Ладно. Пока так. А, там еще и такая тактика. Это что ж такое? Я сегодня просто играю, не знаю, на уровне третьего разряда. У меня просто нет слов. Опять же, проигрываю 7 подряд, уже вторую партию проигрываю. Не знаю, честно, даже не могу ничего сказать. Вроде ж нормальная позиция была вот здесь и дальше, но все время была равная. Где я ошибся, не знаю. Ну, слон F4, наверное, зря сыграл, конечно, но все равно, ну... 0 из 2 опять иду, просто по традиции. Ну ладно, делаю паузу. Ну что ж, начинается сейчас третий тур. Играю против Александра Кононова. Ну, не знаю, мне уже нет слов. Вы видите, что турниры видеоблогеров, особенно их начало, у меня складываются очень плохо. Да, может быть, соперники сильные, но... Тем не менее, я уже в 4 турнирах подряд не могу выиграть в первой партии. Это первое, второе. Что самое удивительное, что просто я в 3 партиях из 4, которые мне были, я просто проигрывал. Ну, то есть, это удивительно. Особенно сегодня, когда ничейной позиции играл на победу. Ну, естественно, проиграл. Ну что ж, ладно, надо настроиться на следующую партию. В принципе, понятно, что если выиграть 5 партий подряд, то, наверное, это будет не так уж и плохо. Другое дело, что не совсем ясно, зачем давать такую фору соперникам. Ну, как говорится, уже дал. Эту фору уже назад не вернешь. Ну, здесь получилось что-то похожее на французскую защиту. Ну, скорее всего, здесь нужно играть e5, чтобы все-таки... ну, не открывать пока центр, хотя там, возможно, будет ферзь b6. Так и есть, кстати говоря. Ну, ладно, вернусь назад. Немножко неточный был ход, получается, слон f4, хотя, в принципе... В принципе, ничего особо страшного не было. Ну и буду, конечно, готовить короткую рокировку, естественно, такой позиции. Ну и g4 сыграю, что уже тут. g5, естественно, следует. Ну, на самом деле, это, конечно, зря я сюда пошел, естественно, но, в принципе, я думаю, даже здесь позиция вполне нормальная у меня. Ну, сейчас последует конь f5, естественно, сыграю слон f5, на gf уйду в 3-0, или даже не уйду пока в 3-0, как-то еще полезный, более полезный ход найду какой-нибудь, не знаю, правда, пока какой. Кстати, вплоть до 2-0 здесь есть ход, потому что... Одна ладья мат не поставит, а у него все фигуры стоят на королевском фланге. Вот. Ну, либо ладья g1 сыграет, тоже, мне кажется, полезный ход. b4, конечно, есть ответ, ну, не знаю. В принципе, здесь, наверное, стратегически у меня должна быть идея такая, что я хочу выменять все фигуры, перейти в пешечник и выиграть его. Такой вот у меня план. Наверное, вы скажете, что это слишком оптимистично, но, в принципе, почему бы и нет. Ушел 3-0, кстати, тем временем. Ну, я сыграю ладья c1, не буду никуда уходить, наверное, короля на f1 поставлю. Ну и прошу ладью на g8.
опять же, не знаю зачем, но крайней мере на уход слона там будет какой-то размен. Король пусть остается в центре, центр пока закрыт, так что в принципе можно там держать своего короля. Так, надо подумать, что делать дальше, конечно. Возможно, b4 закрыть здесь позицию немножечко. Ну, у меня идея такая, что слон на b7 у него остается туповатый. А, вот. Ну и может быть как-то это получится использовать. Хотя, может быть, соответственно, и не получится. Ну, посмотрим. Еще жду какой-то игры от соперника еще тоже. Каких-то идей с его стороны. Создал ловушку в один ход. Естественно, соперник заметил. Может быть, короля все-таки переведу на поле h1. f4, конечно, все время есть тычок у него, но на f4 я заберу. И там из-за связки по диагонали у него начнутся проблемы. То есть ему плохо f4 пока играть, я думаю. Ну вот, кстати, возможно, он f4 и готовит. Поэтому сыграю пока так. Креплю пешку. Опять какая-то вязка идет борьба, уже третью партию подряд, но не знаю, что сказать. Хотя у него есть ход слон b4 сейчас, это будет весело, или конь b4. Нет, он так не играет. Ну тогда я сам пойду вперед. Кстати, зря, конечно же. Я пошел вперед на самом деле. Ну, тем не менее, уже как сыграно, так сыграно. Назад уже не вернешься. У него есть ход слон b5. Нет, конем играет. Я бы, кстати, слоном все-таки сыграл. То, что сейчас мой конь залезет на c5. Это может быть неприятно. Ну, соперник, кстати, все забирает. Просто нагло все съедает. Хорошо, ладья b1 пока пошел. Фигур маловато в атаке сейчас. Надо бы еще подвести кого-то. Не знаю, правда, пока кого. Может быть, слон b4 даже. Чтобы на c5 моего коня не выменяли и... А потом что-нибудь буду думать. Ну и все-таки слон b4. Все-таки так. Вроде бы на h2 там конь держит. Хочется, конечно, уже хоть одну партию выиграть. Но именно выиграть заслуженно, конечно же. Но пока... Конечно, этим особо не пахнет. То, что сейчас на f3 у меня провисает. Ну, там, понятно, есть ход какой-то типа ладья b3, но... Так себе ход, конечно, ладья b3. Это уже полный ход в оборону будет. Ну, хорошо, сыграю все-таки ладья b3, ну, потому что коня здесь держать нужно. А, ну, еще и ладья h2 зеваю. Сегодня просто у меня день зевков. Хотя не исключаю, что в принципе даже в этой позиции не все так плохо. Себе не получал мат только после ферзь h3. Ну, у меня нет комментариев, вы сами все видите. Так что ставлю на паузу. Ну что ж, начинается сейчас четвертый тур. Иду на чистом последнем месте, естественно. Не знаю, бывают, конечно, разные дни. Бывают удачные, неудачные. Не знаю, как к этому относиться, как к тому, что, допустим, 0 из 3 у меня сейчас очков. Вообще не помню такого, чтобы я когда-то шел 0 из 3. Ну, может, это и было, но это было очень давно, и... ну, не знаю, такое начало довольно сложно прокомментировать. И, в принципе, не знаю, какие-то ошибки допускал местами довольно детские. То
есть вроде часть партии провожу неплохо, и потом зеваю там буквально в один ход. Сразу вспоминается, конечно, вспоминается, как Каспаров зевал коней в недавнем блиц-матче с сильными ребятами из США, там, с Уэсли Сос, с Накамурой, с Каруаной, как он просто в один ход подставлял коней и из-за этого проигрывал, причем до этого Каспаров просто их полностью переигрывал, я не знаю, может, даже покажу эти партии, или, по крайней мере, их концовки, вот, ну, то есть, конечно, был просто, по крайней мере, в первый день игры, ну, буквально на голову сильнее, чем все соперники, а потом, когда зевал коней, причем в трех партиях, то есть, естественно, что проигрывал практически в один ход. То есть, понятно, что, ну, бывают, скажем так, неудачные моменты. Наверное, нужно просто их принять и постараться просто какие-то выводы сделать, что ли. То есть, возможно, не стоило играть, если ты в плохой форме, хотя, в принципе, не могу сказать, что я в плохой форме, потому что недавно играл в блиц, и в целом, ну, там не было такого, что меня выносили без шансов, поэтому, в принципе, не могу даже как-то логически это обосновать, почему вот сегодня такая игра, и результат даже прежде всего, то есть, в принципе, игра местами была неплохая, но результат, конечно, ну, не знаю, 0 из 3. То есть я ни на что не рассчитывал в этом турнире, к нему никак особо не готовился, нельзя сказать, что прям я оставил себе цель поставить первое место, нет, такого, конечно, не было, я просто пришел поиграть в шахматы, ну просто что, ну, не знаю, я до сих пор немножко так в шоке. Возможно, действительно нужно сделать какую-то паузу и, в принципе, не играть какое-то время в блиц, того, что ну, конечно, блицы и классика, и даже блицы быстрые отличаются довольно сильно. Если ты в блице в плохой форме, то ты можешь проигрывать всем подряд. Кроме всего прочего, понятно, что в классику всякие дебюты типа А6 первым ходом, ну, в такую ерунду никто в классику не играет. По крайней мере, со мной никто ни разу не играл. То есть, опять же таки, тоже своя специфика есть в блиц-партиях. Не знаю, надо, конечно, проделывать работу над ошибками, потому что ошибок было много. Возможно, действительно, ошибка была в том, что, в принципе, я в последнее время достаточно много в целом играю в блиц, и, может быть, действительно, мне как такая подсказка, что ли, что нужно сделать паузу и, в принципе, ну, может быть, отдохнуть от шахмат даже в целом, может быть, хотя бы от блица отдохнуть. Сложно сказать, не знаю. Надо думать, надо разбираться, потому что действительно, мне кажется, что 0 из 3 это все-таки определенный знак уже, потому что действительно, я не припомню, чтобы я так плохо стартовал, и вообще, чтобы 3 поражения подряд было, не помню даже, когда такое было последний раз, а даже в блице, даже с сильными соперниками, то есть, вот. Хорошо, ладно, я увлекся немножко, давайте, может, что-нибудь о партии скажу. Хотя я не знаю особо, что говорить здесь, ну, позиция примерно равная. В целом, единственное, что я доволен, что удалось на какую-то борьбу выйти, и, в принципе, здесь, ну, по крайней мере, не симметричная структура и не, скажем так, мертвая ничейная позиция, как была в первой партии, которую я успешно проиграл, вот, но, по крайней мере, тут какая-то игра идет, и в целом, я думаю, что шансы на победу здесь должны быть неплохие. Играю, кстати, я не сказал, против Евгения Ещенко. Могу показать ему информацию. Ну, здесь, кстати, особой информации нет. Рейтинг FIDE 1800. В принципе, все, что есть про него. Ну, я играл в прошлый раз с Евгением, удалось выиграть, кстати, я тоже с ним играл после ужасного старта. Видимо, у меня такая традиция, каждый турнир видеоблогеров я плохо играю и попадаю на Евгения Ещенко, причем тоже черными. В прошлый раз я тоже черными играл. Так, ну хорошо, ферзя здесь надо не зевнуть все-таки. Есть, кстати, интересный ход ферзя 6, там, правда, h4, моего ферзя вырежут. Это будет довольно забавно, кстати, с таким ферзем играть.
вообще любопытная позиция. Мне кажется, просто сейчас проблемы есть определенные. То, что есть вот, конечно, ферзь c8, но мне его очень не хочется делать. И, может быть, придется. Ладно, сыграл ферзь c8. Но там дело в том, что пешка f7 у меня такая достаточно слабенькая. Я бы даже сказал, очень слабая. Мне, возможно, все-таки h6 нужно сыграть, прогнать этого коня. Он тут напрыгнул так неприятно. Вот. Поэтому все-таки h6 сыграю пока. Конь f7 последовало. Ну, хорошо. Надо, наверное, бежать королем пока. Да, хочу сделать предход, но на планете этого предхода нет. И это немножечко обидно. Так. Сюда пока сыграю, нападу на пешку e3. И защищаю пешку на g6, кстати. Пешка на g6 была под боем. Вообще это удивительно, я сыграл ферзь e8, если честно, только потом уже увидел, что пешка-то у меня была под боем. На g6, которая... Ну да, в таком состоянии играть в блиц невозможно, когда ты не видишь простейшее нападение. Будешь играть как Каспаров, причем в плане зевать коней, а не в плане переигрывать соперников. Но опять же, я не хочу сказать, что Каспаров сыграл плохо на том турнире, учитывая, что он не играл уже 10 лет, это первое. Второе, учитывая, что ему уже, скажем так, не 20 и даже не 30 лет, а уже за 50. Конечно, в таком возрасте очень сложно сохранять концентрацию, а концентрация это в блице одно из самых главных. Вы сами знаете, да, что можно проиграть в блице в один ход буквально, потеряв концентрацию и сделав какой-то один слабый ход. Кстати, не уверен, что размен ферзь c6, ферзь e3 для меня так уж хорош. Ну, уже, как говорится, назад дороги нет. Могу поставить вечный шаг. Ферзь e4, король g1, ферзь e3. Набрать первые законные полочка. И уже тогда турнир, конечно же, можно будет считать успешным. А, ну кстати, у меня же будет ход слон d4. Считаю, совсем уже поплыл, можно сказать. Ладно, не буду здесь тоже считать долго варианты. Сразу сдался соперник, ну там, не знаю, король f2, ладья f8, видимо, было бы. Хотя тоже не уверен. Ну что ж, первая победа все-таки получилось и состоялось, уже одно из четырех. Давайте, наверное, тоже поставлю все-таки видео на паузу, не буду уже показывать партии других игроков. Может быть, в седьмом туре покажу чью-нибудь партию, чью-нибудь, скажем так, лидерскую партию покажу. Ну а пока немножечко отдохну. Итак, начинается очередной уже, насколько я понимаю, пятый по счету тур. Играю против Евгения Антонцева. Только что, кстати, была довольно забавная ситуация. В общем-то, не знаю даже, как это уже прокомментировать. Когда у белых не было пешки, то есть был ладейный эндшпиль, где у черных ладья и пешка, соответственно, и у белых ладья и король. Ну и в этой позиции, соответственно, в этой ситуации, вернее, была позиция Филидора, то есть можно было сделать позицию Филидора, но, не знаю, видимо, белые не знакомы с ней, либо забыли что-то, понятно, что блиц, но позиция Филидора, мне кажется, это ну, настолько базовые вещи, что их нужно знать. Опять же, судя по моей сегодняшней игре, наверное, я последний человек, который должен кого-то критиковать, и учитывая, сколько у меня было ошибок и зевков, конечно, вообще, какие я могу предъявлять претензии к другим игрокам, но тем не менее, я до сих пор вот немножко под впечатлением, все-таки позиция Филидора на уровне КМС, ну это, ну по сути это семечки, то есть это то, что обязан знать, ну, в любой КМС, скорее всего, даже любой первый разряд, я думаю. Вот, как-то так, так что бывает такое, ошибаются все. В каком-то плане, конечно, этим хороши шахматы, с другой стороны, опять же таки, если ты чувствуешь, что ты в плохом состоянии, что, в общем-то, ну, скажем так, у тебя
ну, не идеальное состояние, и что ты не готов физически, морально, еще по каким-то причинам, то лучше, конечно, все-таки не садиться за доску в этот день. Вот, поэтому, может быть, и мне не стоит садиться сегодня. Ну, в этой партии, видимо, все-таки получил по дебюту перевес, потому что здесь пешка на f7, похоже, что падает. То есть, видимо, придется как-то ферзем уходить на a5 или, не знаю, куда-то еще. Надо пускать ход ферзя в 7 шах, и дальше там, правда, будет ферзь g7, и черных, конечно, проблема. Ну, вообще, e5 обычно не играют так рано в бите мора в принятом, то есть, в принципе, обычно e5 уже ходят после ходов слон e7 и, соответственно, конь на поле f6. Вот здесь же, конечно, все-таки у белых должен быть перевес. Ну, даже не просто должен, а я думаю, что он просто здесь и есть на самом-то деле. Есть еще, кстати, темповой ход конь d5. И на ферзь опять шах. Сыграть слон d2. Тоже с темпом. В принципе, мне кажется, что это довольно неплохо. Ну, ферзь c5, правда, есть ответ. Кстати, ферзь c5-то. Ход довольно неплохой, нет, слон b4 шах последовало. Можно, кстати, ради интереса сыграть король, не знаю, там, d1 или куда-то типа того, потому что у меня-то очень много угроз в этой позиции, в частности, тот же ход ферзь g7. Ну, не знаю, мне кажется, даже король d1 здесь выигрывает, потому что у белых слишком много угроз, должна такая позиция, конечно, выигрываться. Ну, конь b4 взятие, вернее, не шах, а взятие тоже, я думаю, было неплохо, но так, мне кажется, еще сильнее и точнее. То есть сейчас просто должен сразу побеждать, правда, нужно подумать, как конкретно это делать. Так, мат на d2 мне не грозит, это уже важно. Ну, ферзь g7 напрашивается ход. Наверное, так и сыграю. Вроде бы здесь особых угроз нет. Конь d4, правда, есть какой-то ответ. Ну, там слон g5 шах я сыграю. Мне кажется, я поставлю мат первым. Ну, и даже на конь d4, кстати, есть конь d4 взятие. Ну, слон g5, мне кажется, еще более сильный ход. Там, потому что снимается защита с поля e7. И, ну, просто мат, видимо, будет. Ну, кстати говоря, в этом турнире не только я плохо играю, еще плохо играет и Вова Михайловский. Он выиграл только у меня, остальные партии проиграл. Хотя в прошлом турнире он набрал 5,5 очков из 7 и поделил первое, второе место. Но в этом турнире он играет не настолько успешно. Вот поэтому. Ну, опять же, еще раз скажу, что блиц это, ну, скажем так, специфические шахматы. Поэтому здесь очень важно, конечно же, быть в хорошей форме. Ну, плюс везение тоже. Везение в блице играет довольно большую роль. Ну, здесь, видимо, мат просто идет через пару ходов. То есть, если сыграть конь e7, ферзь h8, наверное, сразу выигрывает. Если слон e7, наверное, слон e7. На конь e7, ферзь e7, мат. Как-то примерно так. Да, ну выиграна здесь позиция, конечно. Ну хорошо, давайте, наверное, тоже сейчас поставлю на паузу все-таки. И включусь уже, опять же, таки со следующего тура. Ну что ж, сейчас начинается предпоследний, это получается 6-й по счету тур, играя против Александра Давидчика, это кандидат мастера спорта из Белоруссии. Мы с ним, кстати, ни разу пока еще не играли, если я не ошибаюсь, конечно. Вот.
Ну и поэтому я не совсем представляю, что он играет, даже скорее совсем не представляю, играет c5. Ну, все-таки применю свой дебют любимый, который я играю в Блиц довольно часто, то есть гамбит мора. Но Александр не принимает жертву пешки. Ну и получается тоже довольно неплохой вариант, если то есть черные могут сыграть конь f6, да, в будущем, например, g6, он g7. Ну, кстати, он так и играет. Ну и получается что-то похожее на вариант дракона. В принципе, позиция примерно равная, то есть у черных особых проблем нет. Ну, у белых тем более особых проблем здесь, конечно же, быть не может. Да, ну здесь я обязан был слона отдавать, поскольку иначе, если слон c2 я бы сыграл, тогда просто там конь на поле c4, соответственно, был ход. Да, и b6. Кстати, b6. Ну, имеет смысл тоже такой ход, конечно, но... Не знаю, подкачу пока ладью, и может быть даже просто сыграю f4. То есть, в принципе, есть такая идея. Как-то вообще сейчас плохо соображаю, честно говоря, но f4 вряд ли сильно плохой ход, поэтому сделаю пока его. Далее, кстати, не знаю. Далее уже нужно будет думать, что делать в будущем. Ну, то есть f5, например, сейчас мне не нравится из-за хода конь e5. В принципе, еще конь c5 есть идея у, соответственно, черных. Ну, как вариант. Можно пойти конь d5. С идеей либо поменяться на d5, либо на конь c5 ферзь c2. Есть еще ход слон d4, кстати. Наверное, сыграю вообще по-другому. Слон d4 сыграю. Конь c5 ферзь e3. Или не ферзь e3. Нет, ферзь e3, кстати, будет неплохо. Есть еще, конечно, ход ферзь c2, но подумаю. Подумаю еще, как пойти. Там просто где-то ход e5 был. Ну, на e5 там вертикаль d. Какая-то сомнительная. Мне кажется, e5 черному невыгодно будет играть. Ну и сейчас на e5 тоже, я не знаю, будет либо fe, либо даже просто слон e3. Вернусь назад, но у него пешка d6 нам будет очень уж слабая. Ну, в общем, посмотрим. Соперник задумался, кстати. e5 таки сыграл. Все-таки e5 последовало. Ну, хорошо, ушел пока на e3. На конь c5, кстати, нужно еще подумать, что мне делать. Но можно, кстати, даже нагло отъесть на c5 и ферзь d6. Там, правда, стоп, слон c5, dc есть ход, да? Такая может быть идея. Так. Но на e5 конем сейчас лезет. Значит, наверное, лучше сыграть конь f4 и потом на d5 какого-нибудь коня поставить. Какого конкретно, пока не знаю. Кстати, интересная позиция получилась. Изолятор и у черных, и у белых. Да, конь c5 сыграно все-таки. Ферзь d6 играть нельзя, там подвисает конь. Нужно куда-то уйти. Наверное, нужно уйти на c2. А, стоп, там, кстати, у него может быть идея просто съесть на c3 и на e4 еще отъесть. Ну, я готов пойти на такую позицию, пусть он так играет даже. Я готов играть такую позицию без пешки, там d6 у него все равно слабость. Плюс без чернобольного слона еще и оставляется король, поэтому, в принципе, я готов допустить ход конь e4. Ну, то есть, вернее, вначале слон c3, потом конь e4. Если он так не сыграет, там, ну, в принципе, конь d5 я пойду, какой-то конь d5. Ну, все-таки пошел на этот вариант соперник. Принципиально играет и, кстати, правильно делает. Я бы тоже, может быть, так сыграл. Ну хорошо, ферзя все-таки надо не зевать. Ну,
наверное, это правильно. Что делать дальше? Это пока не очевидно, кстати. Ну, конь d5, кстати, напрашивается все равно ход. Он идет на размен. Ну, можно просто выменяться и сыграть, конечно, ладья d6. Тоже вариант довольно неплохой. Если что-то более интересное, так сходу пока не вижу. Есть какой-то забавный ход конь d6. Конь g6, вернее. Хотя после ферзь g6 пора будет сдаваться. Ход забавный, но слабый. А если конь d5, ферзь d4, конь e7, король уходит, слон d4. Нет, король там убегает, конечно. Ну ладно, попробую все-таки в эндшипе тогда перейти. Отыгрываю эту пешку с темпом. И куда-то нужно ладью пристроить. Наверное, на d7. И если слон c6, на c7 пойду. Напал на слона. Да, конечно, здесь пока партия достаточно сухая. В целом, но... В принципе, даже с учетом разноцвета, все равно я думаю, что шансы на победу есть и у тех, и у других. Плюс ко всему еще есть и кони, и те же ладьи. Естественно. Так, может быть, слона перевести на b2, как вариант. Конь c3, ладья d2. Ну вот, перевел слона. Дальнейшего плана пока не вижу. А что если шах? Интересно, он бьет или не бьет, кстати говоря. Захочет ли он меняться и переходить в такой эндшпиль? Нет, не бьет. Да, ну как-то здесь совсем уже сухо становится. Уже 4, кстати, вскрытие возможно даже и под себя немножечко. Сейчас ладья g8 где-то есть, у него ход такой. Забавный. Ну, правда, я веду король h2 там. Опять же, не знаю, как эту позицию оценить. Наверное, она примерно равная. Нужно мне королем на e3 попасть. Это будет для меня отлично. Наверное, побил и так сыграл. Побежал на поле e3. Конь g3 шах вроде как не страшен. Так. Ну хорошо. А король g2 нет хода, да? Ладно, у меня тоже есть шах. И такой еще есть шах пока. Тоже тут чуть-чуть поугрожаю. Правда, не знаю чем. Особо ничем не угрожаю. На самом-то деле. Ну ладно, бросил ладью пока. Опять же, игра пошла на 3 результата уже. И это довольно забавно. И времени, кстати, мало у нас обоих. Че, пешку не съел, кстати, на А7 или H7? Ну, это вопрос риторический. А он побежал. Так, надо уже куда-то уходить. Все-таки. Не знаю, буду нагло все забирать. Что там будет? Мата не вижу пока. Да что ж такое, опять зеваю, уже третью или, не знаю, пятую или четвертую партию подряд. Просто играю на уровне третьего разряда, может даже еще хуже. Проигрываю уже просто, не знаю, всем подряд абсолютно. Сейчас против меня сядет третий разряд, я ему, наверное, сольюсь. Как можно на db6 играть, зевать мат в один ход? Не понимаю.
не знаю даже просто, что сказать про такую игру, но вроде бы ж неплохо провожу всю партию, какие-то зевки непонятные. Даже сложно это комментировать. Конечно, если бы не было обязательного выкладывания, скажем так, обязательного, вернее, как это сказать, требования, что ли, что нужно выложить это видео, естественно, я бы такой позор не выкладывал, потому что, ну, зачем это нужно, на такое смотреть, ну, только разве что, чтобы показать, что все ошибаются, и как бы у всех может быть плохой турнир, но идти на 10 месте из 12, это, наверное, уже перебор, мне кажется, ну, я понимаю, что состав довольно неплохой, тут почти все КМС, есть мастер спорта, например, один, но тем не менее, это не оправдание 4 поражений из 6. Все-таки нужно делать паузу с блицем, потому что действительно, если заигрываться в блиц, то так и будет. Все-таки действительно, я, наверное, переиграл блиц. Вот, и нужно сделать паузу. Ну вот, кстати говоря, про блиц тоже могу сказать, что, например, Владислав Войтович, это сильный шахматист харьковский, мастер спорта, который занял первое место в чемпионате Харьковской области, я даже показывал партию с ним, которую мы играли, ну, в классические шахматы, в смысле, то есть в классику. Мы с ним играли, и, соответственно, вот он играл в блиц не так давно, то есть мы вместе играли в блиц в одном турнире, и он тоже сыграл там достаточно плохо, то есть он там тоже буквально 3 или 4 партии подряд проиграл, но 3 точно подряд проиграл. Причем, ну да, там соперники, скажем так, достойные, но тем не менее, в итоге он занял 9 место, и, ну, конечно же, объективно говоря, он там должен был попадать как минимум в 5, скорее всего, даже в 3. Опять же, это все к тому говорю, что действительно в лице очень много от формы зависит, то есть здесь все что угодно может быть. Но опять же таки, это не должно быть оправданием все равно моей плохой игры. Уже если ты начал играть, то нужно, конечно, показывать максимально хороший результат, который ты можешь. Вот. Но здесь, видимо, будет сейчас веселое окончание ладья и, соответственно, конь против ладьи. Может, даже не будет, потому что после взятия на e3, там ладья h3, все меняется. Ну и, возможно, все это затянется. А, вот еще и зевок последовал. И сейчас все черные просто выиграют. Сколько я понимаю. Нет, они вернулись назад. Ну, забавно, я смотрю, здесь зевают просто все. То есть, я, конечно, зевал уже на 5 турниров вперед, но... В общем-то, здесь все это очень весело. Ну что ж, ладно, я уже не стал нажимать на паузу, как вы сами видите. Уже жду начала следующего, последнего тура. Наверное, все-таки после окончания своей партии включу партию лидера. То есть, я так понимаю, что ключевая партия сейчас это партия английский Ёж против Евгений Шувалов. А английский Ёж это Николай Орехов. Ну, Евгений Шувалов, соответственно, это Евгений Шувалов. Как бы это странно ни звучало. Так вот, я играю против... Сейчас скажу, кого. Против Евгения Тараненко, который, кстати, занял первое место в прошлом турнире. Я с ним играл в первом туре и проиграл. Играл тоже черными. И он там сыграл, если не ошибаюсь, А3. Что я жду хода А3, это будет очень символично. Нет, конь С3. Ну, это зря, конечно, Евгений, ты меня разочаровал. Надо было играть, конечно же, А3, и тогда у нас была веселая игра. Я сыграл бы А6, и мы бы с тобой поиграли в радостные шахматы. А так, конь С6, конь С3, ну, А3. Ну, вот, отлично. Вот это то, что нужно. А3, А6. Вот это вот я люблю такое. Самое главное — играть хреновые дебюты. Я так считаю, что это самое важное в шахматах, особенно в блице. Это очень важно. Ну, кстати, получилось что-то похожее на итальянскую партию. В принципе, дебют не такой же хреновый, как мог бы быть. Выскочу пока слоном. На g4.
Ну, идея такая, что где-то, в принципе, могу уйти даже в 3-0. Я такие позиции время от времени играл, конечно, за черных, но без этих ходов А6 и А3, которые мне кажутся достаточно странными, мягко говоря. Но я сыграл А6 просто, чтобы ничего не выдумывать. Ну, H3 он походил, не знаю. В принципе, G4, конечно, есть у него ход, но я не уверен, что G4 прям сильное решение. Жертва на G4 тоже не уверен, что проходит, но, по крайней мере, она возможна. Вот если сейчас конь D4 сыграть, то будет G4, на конь G4, конь D4 промежуток. А правда, нужно считать дальше, потому что есть ход ЕД с темпом. Но у меня теряется больше фигур. Конечно. Ладно, тогда сыграю ферзь D7, буду готовить 3-0. G4 сейчас, кстати, в принципе уже плохо ходить из-за ответа, соответственно, конь G4. Да, слон D3 он сыграл. Ну хорошо, теперь уже точно конь D4 можно сыграть. Ну, кстати, конь D4-то и раньше, в принципе, был ход. Я так говорю, как будто раньше этого хода не было. В этой партии я смогу провести, не знаю, нормальную атаку или что-то еще. То есть, может быть, идея будет G5, G4, какая-то такая. Ну вот прямо сейчас G5 можно сыграть? Мне кажется, можно. Потому что ему не так просто избавиться от этой связки. То есть, как сейчас ходить? Я хочу просто G4 пойти следующим ходом. Потом ладья G8. Просто поставить мат. Ну, получится или нет, уже другой, конечно, вопрос, но пытаться можно. Там, кстати, не все так просто, то, что на G4 он может сыграть конь D4. Так что, в принципе, здесь есть определенные сложности. Другое дело, что есть ход ладья G8. Есть вообще наглый ход слон B2. Кстати, выглядит довольно любопытно. Слон b2, ладья b1, вернулся на d4, просто съел пешку. Как бы это забавно не звучало, но я могу просто так позволить себе, наверное, такую игру. Попробую так сыграть. Выглядит очень, ну, не знаю, сомнительно, а с другой стороны, почему бы и нет. Там, кстати, есть все-таки ход g4 у соперника, вот прямо сейчас g4. Потом съесть на d4. Ну там короли, кстати, у нас будут очень слабые, что у меня, что у него. В принципе, если он не сыграет g4, не съест потом d4, я выйду слона, наверное, куда-нибудь в район поля a7. И уже g4 будет подкрашивать. Ну вот он не играет так. Ну хорошо, тогда увел пока слоника, хочу его сохранить. Ну, G4 уже не так хорошо выглядит, мне кажется. За белых я имею в виду. Потому что не будет хода конь D4, я просто выйду слоном, потом H5. Буду подрывать. А конь D4 я зевнул, естественно. Ну, что в очередной раз говорит о том, в какой я хорошей сегодня форме. Хотя, конечно, возможно, здесь не все так плохо. В принципе, что здесь можно сделать? Ну, не знаю, кстати, что здесь напрашивается, конечно, взятие ДЕ. На слон Е2 там какой-то скучный эндшпиль будет. Сыграю все-таки ДЕ. Не ладья F8.
следующим ходом 3-0. Хотя у нее есть ход ферзь g5 даже. Тоже такой наглый ход, но в целом такие ходы вполне нормальные, когда у соперника особо фигуры не атакуют. Вот так, кстати, он и играет. Ну, h6 пойду. А на e5 еще зеваю. Ну, я не знаю, просто у меня нет слов. Я зеваю пешку еще и с шахом. Да. Не знаю, что сказать. Позиция с выигранной становится просто безнадежной. И без материала, и король у меня более слабый, чем у белых. Менять ферзей такой, конечно, не нужно, надо как-то уйти здесь аккуратно. Не знаю куда, сюда ушел пока. Там ладья b7 будет, конечно, ход. Что-то просто разводился сегодня, я не знаю. Хоть ладья b7 он не сыграл, а то хорошо. Все равно позиция остается безнадежной, конечно. Как бы это забавно ни звучало, она уже давно у меня проигранная, но... Не знаю вообще, что здесь делать. Так, что ли, сыграть? Вообще не вижу ходов. Ну, по крайней мере, ход ладья b7 не допустил, уже хоть какой-то есть плюс. Правда, можно даже ход слон f7 посмотреть, но он так не играет. Может быть, даже и зря. f4. f4, f4. Ладно, так сыграл. Времени опять мало. Ну, здесь дело не во времени, конечно, если так слабо играть, то тут, в общем-то, время не особо поможет. Так что я не хочу сказать, что я здесь проигрываю, потому что времени мало. Я проигрываю, потому что проигрываю. Он создал угрозу в один ход. Уже хорошо. Ладно, вырубил. Какие-то микрошансы появились, правда, после ферзи 3 они, видимо, заканчиваются. Естественно, соперник это находит. Кстати, у меня ладья провисала. Но эта партия — это очередное доказательство того, насколько я хорошо сегодня играю, в какой я хорошей форме сегодня нахожусь. Опять же, ну, претензии только к себе можно предъявлять, я не говорю, что... Как бы это чья-то вина или что-то еще, но просто плохо сыграл. Просто очень плохо сегодня сыграл. Ну, такое бывает. Даже причем не знаю, в чем причина. До сих пор я не могу понять, почему я сегодня набрал 2 очка из 7. Ну, то есть должен был набрать, конечно, 0 из 7, а не 2 из 7, но тем не менее, я просто не понимаю, в чем дело. Ну, как бы, неужели разучился играть в принципе, не знаю. Я не могу понять причину, если честно. Просто не понимаю. Не знаю, ну сдаваться, не сдаваться здесь. Сыграю пока так. Не знаю, зачем после ладья e8 пора будет сдаться. Ну что могу сказать, худший турнир за последнее время у меня, за последние, наверное, несколько лет. Причем неважно, в Блиц, в Быстрое, в Классику, в принципе, худший турнир. Ну, вы сами видите, 11 место из 12 возможных. Это, не знаю как, кроме слова позор, мне ничего на ум не приходит, но это объективная оценка. В общем-то, потому что,
Не знаю. Не могу вообще сказать, почему так. И в этой партии тоже куча ошибок. Просто по дебюту полностью переиграл соперника. Ну, огромный был перевес. То есть, вот здесь... Ну, может быть, не огромный, ладно, это я зазнался, но, по крайней мере, вот в этой позиции было все нормально. И даже здесь было все нормально, просто можно перейти было в эндшпиль. И была бы нормальная позиция. Слон Е2, конь Д7. Просто равная позиция. Сыграл ДЕ, уже получил хуже. Ну, тут какую-то оценку делать довольно сложно, потому что действительно я сейчас нахожусь в плохой форме и, в общем-то, вы все видите сами. В целом, даже не знаю, что сказать, серьезно, просто без комментариев, у меня нет слов. Наверное, действительно, как я и говорил, что нужно, видимо, сделать паузу с блицем и, может быть, пока не играть в него какое-то время, потому что действительно здесь, что-то не то, что-то пошло не так, что конкретно, не могу пока сказать. Слишком много вопросов у меня, прежде всего, к самому себе, и на них ответов, конечно же, пока я не вижу. Ну что ж, хорошо, тогда поздравляю всех победителей этого турнира. Вы сами видите, что турнир очень плотный, и здесь действительно все играли очень достойно, ну, кроме одного человека, который занял 11 место. Вот, и в целом, конечно, я думаю, что в следующем турнире видеоблогеров, если все будет нормально, сыграю, и... Результат вряд ли будет хуже, вот лучше будет или нет, посмотрим, но хочу все-таки сыграть, потому что сильный турнир, и плюс интересно, конечно, посмотреть со стороны, как комментируют твою партию другие шахматисты, интересно узнать, что они думают во время партии, какие варианты они считают, и, в общем-то, насколько мы с ними совпадаем по тем или иным рассуждениям. Ну что ж, всем спасибо за внимание, и до скорых встреч в новых видео.